И сегодня в односерийном сериале «Охотники за пилью Вася» мы будем уничтожать всю пиль в нашем доме. Давай смотреть, Вася! Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре будет очень интересный и полезный товар как для дома, для домохозяек и хозяев, а очень полезный для меня, потому что я уже неделю дома не убирал, ждал этот пылесос и думаю, когда он уже придет, потому что захламлено было все. И сегодня мы сами увидим его тест, распаковочку, и как он убирает, мы увидим воочию. Погнали! Как видим, посылка пришла в очень хорошо упакованном состоянии и в фирменной коробке. Известная у себя на родине компания DBA специализируется в основном на технике для уборки дома, начиная от недорогих пылесосов и заканчивая роботами для уборки дома. И сейчас мы с вами рассмотрим недорогой, универсальный и мощный пылесос DBA SK4588. Это стильный, маневренный, легкий и высокоэффективный вертикальный пылесос мощностью 600 Вт, который поможет перенести уборку на новый уровень. Сняв ручку и сменив насадку, вы легко доберетесь до самых труднодоступных мест. При этом вы сможете одинаково качественно, эффективно и бережно убрать любые поверхности в помещении. Ну что, а сейчас мы соберем наш пылесос? Итак, это у нас бачок для мусора. В бачок для мусора мы вставляем наш фильтр. Фильтр вставляется в такой вот корпус и легко защелкивается. Вставляем наш фильтр в бачок. Потом бачок присоединяем к нашему пылесосу, к нашему основанию, там где двигатель. Легким движением у нас защелкивается. Вот в заднее отверстие мы вставляем ручку. Легким движением. Далее вставляем эту деталь в конец нашего отсека для мусора. И у нас получается вот такая вот конструкция. Также у нас есть вот такая насадка. И наш провод, 6 метров провода. Как видим, наш пылесос очень хорошо стоит на полу. Вот и так выглядит наш пылесос в собранном состоянии. Давайте протестим. В пылесосе присутствует циклон и фильтр, и сейчас я вам расскажу, в чем его преимущество. Пылесосы циклонного типа пользуются неизменной популярностью на российском рынке из-за прекрасного соотношения цена-качество. Не секрет, что в процессе уборки с помощью пылесосов, оснащенных мешками для сбора пыли, мощность всасывания постепенно снижается. Накапливаясь в мешке, пыль мешает свободной циркуляции воздуха. При использовании пылесосов циклонного типа этой проблемы не существует. Грязь находится в отдельном контейнере и не мешает воздушному потоку. По этой же причине двигатель циклонного типа работает в постоянном и стабильном щадящем режиме, что положительно сказывается на сроке его службы. Уход за циклонным пылесосом не представляет собой сложности. После уборки контейнер и сам фильтр можно легко вынуть, почистить и даже промыть. К тому же вы не тратите время на покупку новых мешков. Компактные размеры могут стать дополнительным плюсом в пользу циклонных пылесосов, в отличие от устройств с аквафильтром. Они занимают гораздо меньше места и имеют небольшой вес. Его легко хранить и транспортировать. Он не требователен к уходу, его легко очищать от мусора и пыли. Фильтра не требуют частой замены. Компактные размеры и высокая маневренность позволят им убирать в узких, труднодоступных местах. Сняв ручку и сменив насадку, вы получите компактный пылесос, которым сможете подлезть в любой укромный угол, куда обычным пылесосом не залезть. Также его можно использовать для уборки в машине, например, если у вас есть розетка недалеко. Это очень удобно и практично. Пылесос оснащен пылесборником для сбора мусора объемом 1 литр. Насадка для пола оборудована светодиодной подсветкой. Она хоть и не очень яркая, но лучше хоть какая-то, чем никакой. Циклонная технология позволит не только очищать полы, но и воздух от пыли и возможных аллергенов. Небольшой вес агрегата, а именно 2 кг 200 грамм, обеспечит комфорт и легкость уборки. Ну вот и конец видео, а сейчас я отвечу на некоторые вопросы, которые у вас были по данному пылесосу.
Итак, вопрос был, какие плюшки есть. Плюшка есть одна с посылкой. Вот такой вот фильтр. Если заказывать с сайта производителя этот пылесос, то в наборе идет вот, такая, вот такой сменный фильтр. Он идет бесплатно. Если покупать с каких-то других сайтов, этот фильтр, как я знаю, не идет в комплекте, а он сам по себе стоит примерно 10-12 долларов. Вот одна из плюшек. Далее был вопрос по мощности пылесоса. Мощность пылесоса 600 Вт. Далее был вопрос ценой. Цена данного пылесоса в магазине Banggood 72 доллара на данный момент. Еще меня спрашивали про брендовые аналоги похожего пылесоса. Я промониторил интернет, ну и в принципе за такую цену брендовых аналогов на аккумуляторе я не увидел. Они стоят намного дороже. И если у вас небольшая жилплощадь, то этот пылесос вам вполне сгодится для уборки всего дома. Его 6-метрового кабеля хватает везде. Мне для уборки моего небольшого дома хватило полностью везде. Надеюсь, данный обзор был вам интересен. Если у вас будут еще какие-то вопросы, пишите их в комментариях. А если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Спасибо за просмотр данного ролика. Пока!